В железнодорожном районе неизвестный украл пуховик и мобильный телефон из незапертой квартиры пенсионеров, расположенной на 9-м этаже высотного дома. Вор проник в жилище пожилой четы днем. Глава семейства, бывший военнослужащий, участник боевых действий. Его дома не было. Мужчина уехал отмечать День защитника Отечества с приятелями. В квартире оставалась его супруга. В гости к ней пришла 47-летняя дочь с детьми. 68-летняя хабаровчанка готовила праздничный обед. Она вышла из квартиры за картошкой в кладовку, которая находится в подъезде около входной двери. После возвращения горожанка пошла на кухню заниматься готовкой. Запереть входную дверь она, судя по всему, забыла. Через некоторое время женщина обнаружила пропажу пуховика дочери, который висел на дверной ручке шкафа в прихожей. Вместе с курткой вору достался и лежащий в кармане телефон марки Apple. Пошла сюда и чищу картошку, включила воду, чищу картошку. Все, потом почистила, поставила, уже это в нем мясо варилось. Выхожу, эту дверь вся открыта. А Наташа говорит, а мы смотрим, что это бабушка зад вперед хлопает, хлопает, ходит. А они в той комнате были. Вот, видимо, они услышали кто-то, а то бы, может быть, и меня точно и прибили бы. Кроме пуховика и телефона, визитер ничего прихватить не успел. Скорее всего, он попросту не осмелился пройти за порог. Сумка, которая стояла в паре метров от входной двери, осталась на месте. Пенсионерка подозревала в краже конкретного человека. Женщина рассказала полицейским, что видела в подъезде молодого мужчину, когда выходила за картошкой. Горожанин лет 20 на вид курил, и пенсионерка сделала ему замечание, после чего вернулась домой. Огрызаться юноша не пытался. В ответ на упрек он промолчал. По мнению пожилой хабаровчанки, незнакомец мог по звуку понять, что пенсионерка не закрыла дверь на замок и проникнуть в квартиру. Ущерб потерпевшие оценили в 14 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». С места происшествия Юлия Зима, Анастасия Манина и Виталий Векслер.